Когда цены повышаются, никто это не приветствует. Я много езжу. То есть в день по 15 пересадок может быть у меня. Последнее повышение стоимости проезда было 2 года назад. Тогда перевозчики требовали плату в 28 рублей. Но Госкомитет по тарифам утвердил 25. И вот очередное требование. И здесь, по мнению главы комитета по транспорту столицы, рубль-два проблему не решат. Ведь перевозчики сейчас на грани выживания. Даже по 5% инфляции, 10% это уже 2,5 рубля. Просто по инфляции, если смотреть. То есть вы понимаете, а тут помимо инфляции еще у нас достаточно серьезное повышение было на горюче-смазочные материалы, на запасные части. Не дорабатывают вечерние часы, реже меняют масло. Экономия перевозчиков привела к дефициту кадров до 30%. Из Средней Азии водители уже не приезжают. Из-за курса валют зарплата в 35 тысяч рублей стала непривлекательной. Станет ли проезд дороже и насколько, решит Госкомитет по тарифам к концу лета. А пока столица думает над тем, как сделать транспортную схему удобнее. Московский институт, выигравший тендер на разработку, предложил сократить автобусные маршруты и пустить скоростной транспорт. Но для этого нужно повысить тариф в 2 раза или 4,5 миллиарда субсидий в год. То, что мы мечтаем получить в ближайшем будущем, в обозримом, будет зависеть это, безусловно, от экономики и нашей республики, и нашего города, чтобы позволить себе такие вливания в общественный транспорт. Но на сегодняшний день мы понимаем, что субсидии в 4,5 миллиарда в год нам пока не дадут, но важно, что мы эту работу провели. Ну и также мы не можем поднимать тариф до 49 рублей. От нового проекта исполком отказался, но менять транспортную схему все же придется. Постепенно сокращать дублирующие маршруты и привязывать их к транспортным узлам. Новая транспортная схема должна максимально загрузить метро. Сейчас оно глубоко убыточно, загружено лишь на 15% от своей пропускной способности. В Кировске еду без пересадки на троллейбусе, очень удобный стал маршрут. А на горке сначала транспорт, потом метро. Мне приходится вот здесь пересаживаться, потом, значит, в метро, с метро выйду и снова надо там 2-3 остановки. К 2025 году в Казани прогнозируют 9-бальные пробки. Уже сейчас автомобиль почти у каждого третьего. Поэтому новая маршрутная сеть должна быть максимально удобной для всех. Анна Граднова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань.